Итак, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить секс на пляже. Это экзотический коктейль, знаменитый во всем мире. Он завоевал популярность еще в далеких 80-х годах прошлого столетия, когда томные кинодивы на телеканалах подтягивали манящий ярко-оранжевый напиток с запотевшего бокала. История названия коктейля до сих пор окутана тайной. Говорят, что изначально его называли «песок в шортах», а затем переименовали в «веселье на пляже». Позже слово «секс» перестало смущать общественность, и коктейль обрел свое настоящее имя. Ну что, ударим по сексу на пляже. Для этого нам необходим стакан «хайбол», высокий стакан, который у вас в коробочке. Насыпаем полный стакан льда для того, чтобы охладить нашу посуду подачи. Есть. Берем барную ложечку и перемешиваем лед для того, чтобы ускорить процесс охлаждения посуды подачи. Пока посуда охлаждается, берем наш шейкер, состоящий из трех частей. Шейкер французский, верхняя крышечка, встроенный стрейнер и емкость, куда мы загружаем лед и заливаем все ингредиенты. Насыпаем 5-7 кусочков льда. Раз. Два. Четыре. Пять. Шесть. Достаточно. И первый ингредиент — классика — водка. Водка у нас фирмы Немиров. 50 миллилитров. Переливаем в наш шейкер. Второй ингредиент — это персиковый ликер фирмы Декайпер. Аромат у него потрясающий. Супер. 30 миллилитров. Переливаем в наш шейкер. Третий ингредиент — это гранатовый сироп. Его можно добавлять или после приготовления коктейля уже в стакане, или добавлять в шейкер. Тогда коктейль будет такой нежно-нежно-розовый. В 90-х этот коктейль обычно готовили двухцветным, то есть он был желтый, и потом бармен сверху прокапывал гренадин, гранатовый сироп, и он внизу становился такой вот бурый красненький. Но я предпочитаю заливать все в шейкер, чтобы придать коктейлю один тон розовый. Есть 10 миллилитров гранатового сиропа фирмы Манин, и нам нужен ананасовый сок 70 миллилитров. Берем, открываем ананасовый сок. Мерный стакан у нас будет служить рюмка. Обычно в барах бармены используют джиггер, мерный стакан с градацией. У вас это рюмочка. 60 миллилитров — это полный объем рюмки. Наливаем полный объем. 60 и еще 10. Немножко, 70. И нам нужно 30 миллилитров апельсинового сока. Открываем апельсиновый сок и отмеряем себе пол рюмочки. Половина рюмки — это, соответственно, 30 миллилитров. Есть. Пена будет давать в этом коктейле ананасовый сок. Поэтому закрываем шейкер встроенным стрейнером. Крышечкой берем шейкер в левую руку за низ шейкера. Правой рукой обхватываем шейкер. Большим пальцем прижимаем крышку и возвратно поступательными движениями ритмично сбиваем наш коктейль. Поехали. Есть, испарины появились на шейкере. Открываем крышку и сливаем конденсат с нашей посудой подачи. Прижимаем салфеткой лед. Сливаем талую воду, чтобы не разбавлять наш коктейль. И переливаем коктейль в посуду подачи. Весь полностью до последней капли. Вау, какой красивый цвет, правда? И нужно украсить наш коктейль. Украшать мы будем чипсой апельсина и бутоном красной розы чайной. Вау. Ну и вставляем трубочку.
Я выбираю желтую. Ну что, секс на пляже готов. Наслаждайтесь классикой жанра. Приятного.